правоохранителям. Дорожную карту, а по сути новый правовой документ по борьбе с насилием над детьми планируют разработать в нашей стране уже к лету этого года. Об этом сегодня сообщил представитель Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД страны. Новый документ поможет в комплексной борьбе с педофилией и рабством в его современном виде. При разработке внимательно изучается и международный опыт, в том числе химическая кастрация педофилов, введение ответственности за груминг, общение с ребенком в интернете для дальнейшей сексуальной связи и информирование детских учреждений о проживающих рядом извращенцах. Как сегодня было заявлено на встрече с журналистами, в Беларуси среди всех видов человеческого рабства лидирует сексуальная эксплуатация. За последние 15 лет от нее пострадали около 5000 белорусов. Всего же с 2002 года перекрыто почти 700 каналов вывоза белорусов за рубеж. Приговоры вынесли 600 сутенерам и трафикерам. Эта проблема не только не исчезает, она меняет формы, становится более разных форм, проявляется в разных частях света, в том числе Беларуси. Причем это огромный преступный бизнес. Это бизнес номер один, можно сказать, преступный по всему миру. Они сопоставимы, даже иногда превышают торговлю оружием безопасным или же торговлю наркотиками.